Иллюзия появилась еще до того, как родился ты, в самом начале, там, в Эдемском саду. Первая иллюзия того, что человек станет как Бог. И эта иллюзия породила другие, они теперь везде, в каждом доме. Они говорят, что мы в безопасности, убеждают нас поддаваться желаниям и действовать, даже когда нет уверенности. Ведут нас к кривым зеркалам, создавая картины и образы, отводя нас от настоящего зеркала, для того, чтобы мы не увидели правду. Они же убеждают нас избавиться от принципов, чтобы мы не стали настоящими личностями. И мы начинаем верить в то, что добьемся успеха только по связям. А для того, чтобы чего-то достичь, нам нужен счастливый случай. Они говорят, что с помощью самоуверенности можно добиться почти всего. Отвергая помощь друга и откладывая главную книгу на дальнюю полку, утверждает, что мы не изменимся. Тянут нас вниз, приковывая ко дну, и все больше пропитывают нашу жизнь. Но что если мы избавимся от них, разобьем то, что окутывало нас от сердца до разума, и посмотрим на мир честно? Готов ли ты к переменам? Может, разобьем иллюзии вместе?